Всем-всем здравствуйте. Скоро вот на днях вот с этими малышами, с двумя, с Шейхонькой, с Фионкой, поедем в ветклинику. Фионочку стерилизовать. И у нее два клыка так и не выпадают. Да, стерилизовать на всякий случай, потому что она маленькая, ей рожать нельзя. А у нас тут такой вот суперпес Барбос. То есть, да, который ее очень сильно любит. А ей совсем нельзя, она прям не выживет, наша ухопланочка, да? И тогда уже можно будет спокойно, она хоть и не допускает таких развратных действий в отношении себя, но мало ли, вдруг любовь возьмет верх, нужно обезопасить. О, кысулька пришла. Фейка, ну что ты? Кысонька же наша девочка. Фешка, фешка, нельзя ругаться на кысу. Нельзя, нельзя. Кысонька наша, наша девочка, вот она. Гроза вселенной наша маленькая грозная фейка. Так что феечку будем стерилизовать, и вот чуть-чуть клыкочки, вот вон видите, да? Не хотят уходить клыкочки, хотя и косточки грызет, и лакомство грызет. Он вроде бы все грызет, а клыки есть, да? Скозину придется, ехать в клинику. Сначала нужно будет делать нам УЗИ сердца обязательно, чтобы проверить, как у нее сердечко, потому что наркоз дело серьезное. Ну, вот. А потом только на операцию. И Шейхончику тоже удалять зубы. У него очень много зубков. То есть тоже не выпадают, к сожалению. Вот у маленьких пород это очень часто встречается. И тоже так же будет УЗИ сердца сначала, а потом только удаление. УЗИ сердца у каждой собачки будет 1350. Ну а остальное узнаем уже после. Дело, к сожалению, не дешевое, но куда деваться. Завела собак, заботься, ухаживай и будь готова к тратам, что называется. Так что вот, в конце концов, созрела, потому что сумма за двоих получится приличная очень. Думаю, 1015 это все вместе обойдется. Пока точно не знаю, врать не буду, но это пока вот мои такие предположения. Да, записались уже к доктору, поедем, все нам сделают, проверят, назначат. Будем держать вас в курсе. Конечно, за Шейха я не очень переживаю, у нас парень крепкий такой, крепкий. А вот за Фионку, она все-таки у нас хоть и очень суровая девочка, но уж очень миниатюрная. Да, малышечка прям такая. Так что вот такие у нас планы на ближайшее время. Ну, а мы всех целуем, обнимаем и, конечно же, крепкого здоровья вам желаем, да? Ну, типа, бурундук такой маленький спит, он отдыхает, расслабился, скажи я, и баиньки я делаю, да? Вот, наш золотой. Всех обнимаем, здоровья вам.